ушел из жизни Джон Уизерспун, знакомый зрителю по картине «Улетный транспорт». Информацию о кончине американского актера опубликовали в его твиттер-аккаунте. В посте написано, что семья Уизерспуна с грустью сообщает о смерти любимого мужа и отца. «Родные называют его легендой в мире развлечений. Мы любим тебя», — написано в конце сообщения. Артист скончался в своем лос-анджелесском доме на 78-м году жизни. Причины смерти не уточняются. Джон за свою продолжительную актерскую карьеру успел сыграть во множестве фильмов и телешоу. Ранее умер основатель Leonard Skinner Larry Yinstrom.